Валентина Николаевна показывает наспех сделанный ремонт. Проем в стене гаража пришлось заделывать подручными средствами. Временный вариант вынужденный. Чтобы проникнуть в помещение, неизвестные разобрали кирпичную кладку гаража. Действовали злоумышленники в дневное время суток, не опасаясь, что их увидят жители соседних домов. Позвонил председатель кооператива и сказал, что ваш гараж пытались ограбить. Я оделась, пришла. Пришла, он мне стал... Я говорю, а как? Иду, он меня ждал около этого, около подъезда. Я говорю, а как это самое, пытались, что? Думаю, говорит, дверь взломали или как? Он говорит, эту стену пробили. Ну, я сразу поняла, что оттуда, потому что у нас же выше гаражи, а там ниже. Вот, и это самое... А пришли, когда кто приехал еще, тут их много было, сотрудников. Вот, я это самое открыла, я вообще обомлела. Тут вот это вот все железо, оно лежало в трех кучах. Действия молодых людей пресекли сотрудники патрульно-постовой службы, которые прибыли на вызов по сообщению неравнодушных граждан. Доставленные в отдел полиции подозреваемые признались в попытке совершения кражи чужого имущества. Но говорят, что умысла проникнуть в помещение у них не было. Гараж случайно попался. Проходили с целью добыть денег. Увидели гараж с разрушавшейся стенкой. Решили в него залезть. Залезли туда. Пока я вытаскивал металлом, приехали ППС. Все. За покушение на кражу группы лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. На время расследования уголовного дела один из них отправлен под домашний арест, со второго взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев. Дежурная часть, Саратов.